Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы посмотрим с вами в прямом эфире третий этап гонки TDS5. На третьем этапе гонки гонщики проедут 33 километра 100 метров. Набор высоты составит 1512 метров. Гонщики поедут по Швейцарии. К сожалению, не был ни разу в Швейцарии. Фьесч Нюфенпасс. Гонщики разминаются. Сегодня в гонке принимает участие сильный раздельщик Примаш Роглич. Ильнур Закарин, Россия, выступающий за команду CCC Team. Experiments on Job changed him from a simple lawnmower man into an entity of pure energy who existed only in virtual reality. Here, he was the master of all that existed. Job brought the world to its knees when he rang every phone in the world and crashed the global computer network. Nations fell, borders changed. He reached out to the people who had so much influence on his life. People who are now as helpless as everyone else. He brought them into his world. Angelo and his friends Carla and Peter became Job's prisoners.
Смотрим за разминкой гонщиков. Дан Мартин. Вилка Килдерман. Лоусон Кредок. Ветковский. Костровьехо. У Михаила Квитковски какие-то проблемы с датчиком каденса. Периодически каденс пропадал, сбрасывается на ноль. Смотрим за Ильнуром Закариным. Turn left.
первым атаковал Джеймс Уилан из команды EF Pro Cycling, но его опередил гонщик Пьер Латур из G2R La Mondiale. Он из Франции, 66 килограмм, рост 180 сантиметров. И сегодняшний этап, в принципе, для него хорошо подходит. За ними едет основная группа Нейтан Браун, Рош, Лассен Кродок и другие гонщики. Сейчас мы на них переключимся. We'll be right back.
Роч вышел на третье место, и основная группа в 20 метрах от него. Роч приближается к Вилану, расстояние быстро сокращается, уже 42 метра, 460 ватт, 6,5 ватт на килограмм, педаляж 90 оборотов, скорость 42-43 км в час. Как мы уже говорили ранее в ранних трансляциях, симуляция сидения в группе, так называемый драфтинг, пока не очень хорошо организована, и компания Rowie постоянно дописывает этот алгоритм. Вот за последние 4 дня было 3 обновления, но по-прежнему он не дотягивает даже до уровня Свифта. Вот интересно, вот здесь было интервью с гонщиком Ineos Роаном Деннисом, и он рассказал, что он думает про гонку в Свифт. Он рассказал о своей победе и сказал следующее: ключ победе — это моя специализация раздельщика. Чемпион мира доказал, что он грозный виртуальный гонщик, но что имеет значение? Он поделился своим главным советом для тренировок и гонок в помещении. Просто катите. Получайте от процесса удовольствие и не воспринимайте слишком серьезно. Эта гонка совсем не похожа на групповую гонку обычной жизни. Группа имеет огромное преимущество над одиночкой в обычной жизни, но в виртуальной игре такого нет. Да, драфтинг работает, это он рассказывает про Swift, но он совсем не такой, как на дороге, и особенно в подъеме это чувствуется. И я использовал это для победы над другими гонщиками.
Николас Роч уверенно обогнал Вилана и продолжает сокращать дистанцию до лидера гонки. Сейчас мы посмотрим информацию про Николаса. Николас Роч родился 3 июля 1984 года, ему уже 35 лет. Выступает за команду Team Sunweb. Контракт подписан до 2021 года. Родился в Ирландии, вес 70 кг, рост 178 см. Один из лучших результатов в прошлом году у него. Второе место на этапе Вуэльта Испании. На туре Швейцарии 2019 года он был 10-м в генеральной классификации. Официальную трансляцию на английском языке вы можете посмотреть в приложении Rowy AR, а также на странице Vilon CC в Фейсбуке.
смотрим за Николасом Рончем. Как мы видим по педаляжу, 75-79 оборотов, он едет как раз в горку, значит, все гонщики едут на умных станках, интерактивных с симуляцией градиента. Первая пятерка гонщиков, лидер Пьер Латур, вторым едет Николас Рош, третьим едет американский гонщик Ларри Уорбас, и четвертым едет Ильнур Закарин, россиянин, и пятым едет Михаил Квитковский.
Что-то случилось со станком Пьера Латура. У него пропали данные. В программе на чешском языке написано не числа, и все данные недоступны. Николас Рош становится первым гонщиком. Пьер Латур пропал. Вторым идет Ларри Ворбас. Третьим Михаил Петковский. Четвертым Ильнур Закарин. И пятым Вилан. Смотрим за Примозом Рогличем. Он гонщик из Словении. Его вес 65 килограмм, рост 177 сантиметров. Но, как мы знаем, в принципе, преимущество имеют те гонщики, которые уже ранее катались, тренировались в виртуальных программах Zwift, Row и других платформах. И на других платформах. Если гонщик совсем недавно ездит в этой программе, то ему гораздо сложнее привыкнуть.
Тем временем Ильнур Закарин вышел на третье место. Гонщики едут в 10-11% подъем. Телеметрия у Ильнура 400 Вт, 76 оборотов, 5,8-5,9 Вт на килограмм. Средняя скорость 16 км в час. Ильнур практически добрал Ларри Варбаса, до него 12 метров и до Николаса Роша 372 метра.
Михаила Квитковского по-прежнему периодически пропадает каденс и очень сильно скачут данные мощности. Но это особенность программы, она запущена совсем недавно и поддерживает только протокол Bluetooth. Соответственно, датчики, Bluetooth-датчики более склонны к багам, чем по протоколу ANT+. Разработчики знают об этом, я думаю, что доведут обязательно. Третьим едет Ларри Варбас. Второй Ильнур Закарин. И первым Николас Роч. Хорошие новости приходят от разработчиков платформы Rowy. Власти Чехии, первой из стран Европейского Союза, приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Въезд за границу жителям Чехии разрешили с 24 апреля, то есть сегодняшнего дня.
Пятым в гонке идет гонщик Крис Хамильтон из Австралии, команда Team Sunweb. Крис родился 18 мая 1995 года, ему 24 года, его рост 178 сантиметров. Посмотрим лучшие результаты прошлого года. Восьмое место в генерале тура Польши. Первое место в молодежной классификации Santos Tour Down Under. Сразу за Крисом на шестом месте едет гонщик Джонас Вингегард из команды Team Jumbo Visma. Это молодой гонщик, ему всего 23 года, из Дании. Лучшие результаты в его карьере — это этап на туре Польши в 2019 году. Также был вторым в местных гонках в Дании. Второе место в генеральной классификации тура Чайны в 2016 году. Deutschland Tour 2019 года, девятый в генеральной классификации. Справа по курсу группа болельщиков, гонщиков, мотоциклистов. Thank you.
До финиша осталось чуть больше 5 километров. Николас Роч по-прежнему идет первым. Затем Ильнур Закарин отстает на 494 метра. За ним идет Ларри Варбас. Четвертый Михаэль Квитковский. Пятый Крис Хамильтон. Such a wonderful life.
Посмотрите на эту потрясающую картину. Такого вы никогда не увидите в Zwift. Ехать по таким маршрутам одно удовольствие. Вот. Для того, чтобы полностью насладиться, вам потребуется умный и интерактивный станок. Чем отличается умный станок от интерактивного? Умный станок позволяет передавать мощность и каденс, а интерактивный станок дополнительно передает градиент, то есть он меняет сопротивление в зависимости от градиента. Одни из самых лучших станков для виртуальных гонок считаются признанные лидеры. Это TAX Neo 2T, ну, в принципе, все модели TAX. Одни из самых лучших TAX Neo. Также станки Wahoo, Wahoo Kicker, Wahoo Core. Также есть станки от других производителей. Есть станки без прямого привода под заднее колесо. Bicool, TAX, Elite и другие. Самые навороченные станки поддерживают градиент до 20%. У меня был такой интересный опыт, как раз в программе Rowy был станок Bicool, он моделирует до 15%, и очень популярная трасса коротенькая есть, называется Мур-де-Уи. То есть вы едете по небольшой роллерной трассе, если так можно назвать, и подъезжаете к подъемчику. Максимальный градиент этого подъема до 21%. И, соответственно, я с весом, с виртуальным весом 85 килограмм боевым попытался побить рекорд профессиональных гонщиков. У меня получилось заехать в эту горку только за 8,5 минут. А время лидеров было около 3, если мне память не изменяет, минут. Вот. Также в последнее время появилось огромное количество станков, клонов, и не только клонов, а брендовых производителей из Китая. Гонщики в программе Rowy могут выбрать тысячи разных маршрутов. Около 100 маршрутов, которые поддерживают виртуальную реальность, так называемые IR маршруты, как раз с аватарами. Также маршруты разбиты, есть трассы Тура Швейцарии, есть трассы с различных айронменов, есть самые популярные трассы, есть 100% подъемы из Великобритании. Вы можете выбрать длинные дистанции, допустим, 50, 80 и больше километров. Туристические маршруты по Великобритании, короткие дистанции, специализированные маршруты для раздельщиков, отдельные маршруты с грантуров, этапы Вуэльты, этапы Тур де Франс, Джиро де Италия, маршруты для триатлонистов. Есть список самых известных подъемов: Альпы, Пиренеи. Маршруты для спринтеров, МТБшные трейлы, даже есть маршруты для хандбайков, это велосипеды, которые управляются руками, для гонщиков с ограниченной.
На девятое место вышел гонщик из Эстонии Рейн Таремае. Ильнур потихоньку приближается к лидеру Николасу Рочу, но, к сожалению, гора уже заканчивается и на финише будет выполаживание. Я думаю, что он не успеет. Сто 50 метров до финиша. Николас Роч 100 метров уверенно побеждает в этой гонке на третьем этапе TDS 5 по трассе Тура Швейцарии. Тем временем Ильнур завершает подъем. В 50 метрах от него позади едет Ларри Варбас, гонщик из Америки. Ильнур второй, Ларри Варбас третий. Сейчас мы посмотрим за остальными гонщиками. Крис Хамильтон. За ним в 140 метрах Уилон. I'm
Финиширует Рейн Тарамае, эстонский гонщик. И за ним Маниан 200 метров позади. Спасибо большое за просмотр. Приносим извинения за возможные накладки. К сожалению, только один монитор, одновременно неудобно смотреть гонку, но обещаем в ближайшее время исправиться. Если вам понравилось смотреть, пожалуйста, поставьте одобрямсы или, соответственно, неодобрямсы. Будем вам признательны. Напишите что-нибудь в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Завтра будет трансляция 4-го этапа. Всего доброго, до свидания.